Новый год в новых квартирах отпразднуют пятеро ивановцев. Во вторник ключи от собственного жилья получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Всего пятеро новоселов. Жилье предоставляется по договору найма специализированных жилых помещений. В дальнейшем будет возможность оформить его в собственность. Квартиры площадью 20 до 33 квадратных метров отремонтированы со всеми полагающимися удобствами. За 2019 жилье получили в общей сложности 19 выпускников детских домов. Еще 3 квартиры сейчас проходят процедуру предоставления. По информации Департамента социальной защиты Ивановской области, по территории города Иваново состоят 431 человек, относящийся к данной категории граждан. Среднее время ожидания, порядка 10 лет. К сожалению, финансирование распределяется таким образом, что всю очередь обеспечить сразу не представляется возможным.